что? Мы с вами же живые люди, правда? Абсолютно. Нас кто-то создал такими. Мы одинаковые в принципе своем. Но разные по заряду какого-то. И по какому-то непонятному собственному плану по жизни. Как его, как ее жить, как с ней вообще взрослеть, как с ней подружиться, как найти себя, как... Ну, все то, чем озадачен человек на протяжении всей своей жизни. И случаются такие откровения, наверное, в поиске, когда ты вдруг говоришь себе: «Да, это происходит со мной, это я, это моя жизнь». И так приятно, что она неповторима. И так приятно, что только в ней есть эти неподражаемые события, ситуации, пути, люди, общение, знакомство, ссоры, встреча. Ну, вдруг расстаться тоже можно, что часто происходит. И вот во всем этом своем обыкновении мы, конечно, разные, но самое главное, я хочу об этом таком свое открытие рассказать. А я не буду оголять свою душу уже до беспредельных каких-то моментов, но я думаю, и так музыка больше это делает за меня. А вот такая история случилась со мной, моя исключительно неподражаемая, такая же, как у вас, только у меня микрофон.